показать вам мою мамардику. Вот видите, как у нее сок стекает. Вот я забросила это дело. Посмотрите, сколько у меня плодов. Вот такая занятая. Вот еще зелененькие. Урожая у меня полно, но они какие-то мини все. Малюсенькие, смотрите. И тут тоже. В общем, повысыхали. Так, еще покажу вам. И тут повысыхало. Тут косточки, семена, можно их вот так вот собрать. И тут маленькая, вот хороший плодик. Но вообще они должны быть большими. А здесь все карликовое, можно сказать. Вот это, наверное, надо мне почистить сейчас. Просто я в этом году посадила для красоты. И все, и остановилась. А видите, он туда не пошел, а идет, видно, опять возвращается на это, на эти, видите, не хочет наверх идти. Ну, а это вечно зеленое. Посадила я сюда, что получится из него. Может, на следующий год что-то получится. Почему у меня вот это вот, это растение испортилось? Почему? Солнце, наверное, не любит оно. Ладно, сейчас вот займусь своими делами. И... А эти цветы кушают у меня птички. Как они кушают, как они любят. Прямо хоть чучело ставь сюда. В общем, и этот цветок у меня испортился. Я не знаю, почему. Может, он перелила я его, залила. Какой-то вот он нехороший. Вот и мои цветочки. Я смотрю, с этой стороны сейчас заливают дно цементом, цементируют. Сегодня базар. Вот этот хулиган. Привет, скажи. Привет. Скажи привет. Русишка, давай. Паникер мой, паникер. Ты камеру боишься? Все, пошла я уборкой заниматься. Хорошие, только пришла домой. Прибежала, вы 7:30 уже. Посмотрите, что меня дома ждет. Это что такое? Это базар. Это базар. Мой муж купил, что я заказала. Помидоров сколько? Это что такое? Перчик. А это что? Брокколи. В общем, он допался сегодня. А что, брокколи дал дым? Некадар хаджир ладын. Картошка. Сливы. Армут алды. Груши. Мандарин алды. Посмотрите, какие. Мандарин чыкмыш. Огурцы. Огурцы какие. Изюм. Виноград. Все средства взял. Видите, какой молодец. Еще что? И ушку взял. Ашкым. Конец света. Йогурт взял. Творог взял. Кофе взял. Вы видите? А ну посмотрю, сколько потратила. Интересно мне. Так. Переверну чек. 218 лир. И вот эти вот все. Ага, и вот еще покажу, что вам. Инжир взял, буду делать варенье. Я не знаю, я ему сказала, возьми черный, а он говорит, не было. Получится ли у меня с этого варенья инжир? Вот взял он такой сыр. Маслины, хачапури. Так, еще что, где? Где-то, говорит, мандарина. Мандарины появились в Айме. В общем, вот такие покупки. Базар такой у нас. Я только-только это все убрала. Идем сейчас кушать, а покажу, что будем кушать. Базара, базара. Друзья мои, я сейчас заехала на ходу, купила вот такую еду. Пунешки.
Плов. Хэп, вот узли рабин вердим. 30 лир, посмотрите. Курочка готовая. Вот где мы там кушали. Видите? Картошка, плов. И это очень вкусно. Чё гюзель, а? Чё гюзель? Майонез даже есть. Во. В общем, сейчас будем кушать со Шкемом. Мои дела сегодня не заканчиваются. Вот так я накалываю в нескольких местах инжир и засыплю все сахаром. Когда выпустит сок, закипячу, прокипячу и дам остынуть. Воду я вообще не добавляю в инжир, потому что тут много сока. Инжир надо быстро, прямо сейчас мне не оставлять его, потому что, друзья мои, он уже начинает портиться. Ведь он же целый день был на базаре, не так ли? Это Ашкем его купил вечером, а он же был целый день на солнце. Но инжир вкусный такой, первый раз я пробую. Представляете, сейчас вот эту мою поломала штучку, которая телефон... Укреплять, закреплять. Все ломается в моих руках. Эндер столько сегодня купил лишних продуктов, что я еще не могу разобрать их. Вообще день сегодня такой насыщенный. У него свои дела, у меня свои дела. И вот это хорошо, что я сегодня вообще не ела целый день. И только вечером уже времени не было. Хотела сегодня котлеток нажарить. Так и положила этот фарш обратно. Уже готовый фарш. Взяла, купила я эту курочку. И полкурицы съели. Плов там мне не понравился, потому что он как-то, мы взяли, это сирийцы делают. Какой-то своеобразный, он не турецкий плов. Какую-то специю кладут, гвоздику я там увидела. И оно придает вкус, аж ему не понравилось. И куркума, наверное, почему он желтый такой. И я так чуть-чуть попробовала и поела. Такие вот дела. Сейчас буду варить варенье. Я так его хотела столько времени. Он так выгодно взял. Вот тут получилось по 1,5 кило. Вот каждая упаковка. 4,5 кило по 40 лир. На 40 лир. Очень выгодно это, мне так кажется. Посмотрим, какое варенье получится. Я так не любитель его есть в свежем виде, но варенье обожаю. Балыйор называется, балыйор. Сейчас вот чаек сделаю и будем чай пить со Шкемом. Всем привет, друзья мои, с вами я, Светлана. Утро, сегодня у меня началось 6:30. А почему началось? Потому что у нас вчера была онлайн-конференция, и наш президент нашего бизнеса, платформы GigoS, рассказал нам такую новость. Снова начинается промоушен. Если вам интересно, пишите мне на Инстаграм, я вам всем объясню. И не только на месяц. Поэтому с утра у меня уже была покупка ценных бумаг по этому промоушену, и я встала рано. Встала рано, только сейчас вот 2 часа сидела возле своих дел и поставила варенье инжировое. Покажу, каким оно получилось. Кипятила я его только 2 раза. Ой, обожаю это варенье, прям предвкушаю, когда я его попробую. В том году мне не удалось, а сейчас я прям так уже, потому что оно дорогое было в том году, у меня не так получалось его купить столько. Даже вот у меня сейчас, я так, смотрите, мой холодильник переполненный. Вот у меня остался, значит, 1,5 кг здесь, может, я тоже его добавлю. В общем, фруктов полно, здесь фарш. Уфка, все, что хотите, все есть, все. И виноград, и это. Здесь то же самое. Брокколи. Ашкем затоварился не на шутку. Сыров понабрал разных видов. Вот сейчас я хочу это на завтрак. Такие кругляшки очень вкусные. И вот такие полосочки. Такой взял сыр, вот такой взял сыр. Еще маслины взял, еще там банка у меня маслин. В общем, холодильник заполненный. Мы еще, знаете, что покупаем? Вот такую вот, приносят нам вместе с обычной содой.
гранатовую и лимонную. Это как лимонад, вот очень вкусно. Кстати, советую вам, кто в Турции, покупать. Так, ну все, по-моему. Сейчас я чем занимаюсь? А занималась я сегодня цветами. Кто-то сказал, что я давно не показывала цветочки. Но хотя осенью у нас не пахнет, но цветы знают свое время, когда им нужно отцвести. Вот мой хулиганчик уже тут с фруктами, со всеми. С морковкой, персик, банан. Ой, банан, говорю, яблочко. Помененный, чистенький, водичка помененный. А он все шугается меня. Этот цветок у меня испортился. Я его сейчас подрезала. Этот хорошо растет. Мамардику тоже привела в порядок. Тут очень много почистила. А вы знаете, вот эти птички, они съедают вот эти цветы. И я решила сейчас, их немножко посрезала тоже. Где они у меня спрятаны, там они не кушают. Вот прилюпят вот эти цветы и уничтожают их. И посадила вот сюда вот эти вот листки. Посмотрите, сколько их много у меня деток. Да? О, двор наш такой весь лысенький, но ничего, вырастут деревья. О чем я хотела с вами поговорить? Сегодня я жду гостей из России. Они приезжают, пускай будет это пока инкогнито, если они захотят, я их покажу обязательно к вам. Они приезжают, мы их сегодня встречаем, и они, естественно, останутся у нас, а завтра мы отведем на квартиру, которую мы нашли для съема. И вот я думаю сейчас, что мне приготовить, не знаю, думаю, но времени еще есть до вечера, так что я, наверное, успею все сделать. Ну и не наверное, а точно успею. Ашка мой спит, продукты закупили мы, варенье готово почти. Балкон и потом попозже попылесосю, помою. Комната у меня для гостей приготовила все. Так что вот такое вот у меня утро. Хорошее настроение, позитивное, солнышко. На море не пошла, думала пойду. А пол седьмого уже в связи с новым промоушен знакомая позвонила и сказала, что я хочу купить ценные бумаги. Она ждала этого момента. Так что вот такие, друзья, новости у меня хорошие. Если вы хотите, присоединяйтесь, я вам тоже помогу нарастить свой капитал. Вот я открыла сыр, вот так вот он выглядит. Обалденный, очень вкусный. Сейчас с хлебушком, с кофе. Сделаю себе бутерброд, огурчик. И вот мой завтрак. Огурчик мы возьмем вот такой, оригинальный. Смотрите, это какой-то сорт огурцов. Интересно, вот этим у меня сейчас я и позавтракаю с кофе. Все на ходу, некогда сидеть.